Друзья, всем привет! Так уж сложилось по старой доброй традиции, что наши с вами встречи происходят с небольшой задержкой во времени. Сейчас, когда вы смотрите этот фильм, на дворе уже наверняка весна, распускаются или распустились листочки, ну а я же нахожусь в самой настоящей зиме. Нахожусь я на озере, больше известном как Нижние Таинты или Таинтинское водохранилище. Скажу сразу, что это не было целью сегодняшнего путешествия, сегодняшней поездки. Цель сегодняшнего путешествия закрыта за снежными сугробами, переметами. Пробраться мне к ней не удалось, поэтому, возвращаясь назад, решил заглянуть на это водохранилище. Прошелся сейчас по плотинке. Любуюсь, наслаждаюсь великолепными, прекрасными видами. Ну а вам желаю приятного просмотра. Устраивайтесь поудобнее. Обо всем по порядку. Давненько не вспоминал я про запасной план. Некий альтернативный вариант действий на случай, если что-то пойдет не так. В это путешествие я отправился с полной уверенностью, что добьюсь поставленной цели. И на это были все предпосылки. Малоснежная зима, более проходимая техника в сравнении с той, на которой я преодолевал этот маршрут несколькими годами ранее. От уверенности не осталось и следа уже на первой точке захода на маршрут. Будто передразнивая, в разные стороны тянулись немногочисленные следы от снегоходной техники. Мой вес накатанная снегоходная дорожка выдерживала без труда, но для тяжелого внедорожника не было никаких шансов перенести меня туда, куда так хотелось попасть сегодня. Экстрим не в моих планах, да и повод для прогулки сегодня особый, праздничный. Потоптавшись вокруг начавшего остывать УАЗика, прикидываю в голове варианты альтернативных направлений. Время на часах неумолимо бежит вперед, поэтому нужно принимать решение, а это самое сложное дело. Куда проще мечтать, сидя на месте и ничего при этом не делать. Мои мечтания прервал неожиданный голос внутри. Все, хватит жить образами. Прими, наконец, решение. По дороге сюда я подметил, что на середине пути резко возросло количество снега. А это значит, что вернувшись немного назад, можно найти место для отдыха и прогулки на свежем воздухе. Место такое я для себя приметил. Оно уже мне знакомо, но есть кое-что неизведанное. Туда и направимся, но прежде полюбуемся красотами замерзшего водохранилища. Весьма сомнительная надежность этого мостика поначалу пугает. Скрипучие деревянные настил и шатающиеся перила заставляют напрягаться при каждом шаге. Но уже на середине пути все страхи развеялись сами собой, ведь действие – одно из лучших лекарств в борьбе со страхом. Мостик преодолели. Впечатления, конечно, непередаваемые. Уровень адреналина зашкаливает. При переходе этой деревянно-железной конструкции досточки под ногами поскрипывают, похрустывают. И, если честно, немножко страшновато. Держишься за перила, хотя понимаешь, что эти шаткие сварные конструкции тебя ничем не спасут. Ну что, пойдем посмотрим на озерцо. Да будем возвращаться к автомобилю, уже немножко подмерзать начинаю. Так уж сложилось, что этот кусочек восточного Казахстана остался мною неисследованным. И сегодня мне выпал шанс на минутку прикоснуться к этим местам. Вдаваться в подробности исторической составляющей этих мест не стану. Есть для этого исторические исследования и статьи, большая часть из которых находится в открытом доступе. Захотите почитать – найдете. Отмечу лишь, что место это гармонично вписалось в живописный ландшафт, а расположенная неподалеку от водохранилища база отдыха Коктау ничуть не нарушает первозданных видов, по крайней мере, в зимний период времени.
По периметру водохранилище окружено невысокими горными цепями, часть из которых со стороны озера Шебендеколь – отроги Калбинского хребта, одного из величественных хребтов восточного Казахстана. Без преувеличения, не хватит всей жизни, чтобы исследовать все уголки этого горного массива, раскинувшегося в длину аж на 400 километров. С этой точки отчетливо видно уходящую на подъем дорогу в поселок Белогорский, расположенный за горной грядой. Не единожды доводилось бывать мне в этом великолепной красоты месте, с которым уж очень много воспоминаний связано у людей эпохи рассвета и становления поселка. Налюбовавшись окружающими видами и вдоволь насытив легкие свежим воздухом, возвращаюсь к автомобилю. Вновь приходится преодолевать сомнительной надежности мостик. На этот раз от страха не осталось и следа. Все же удивительно устроено наше подсознание. Один и тот же объект, а восприятие, в зависимости от имеющейся информации, совершенно разное. Ну что, полюбовались окружающими видами, подышали свежим воздухом. Взору открываются просто непередаваемые просторы. Кажется, что все так близко. Горы, на которые можно, казалось бы, за полчаса забраться, но забираться туда на самом деле целый день, наверное, придется, с учетом снежного покрова. Судя по всему, вот этот мостик, самодельная конструкция из металла и из досок, расположен над устьем речки. Эта речка над этим устьем, она обходит водохранилище. Водохранилище создано искусственно. Для каких целей, я не знаю. Если кто-то владеет этой информацией, обязательно поделитесь. Очень интересно будет узнать. Судя по всему, оно по-прежнему действующее. Там дальше в поселке, когда мы были, снимал я кое-какие развалины. Возможно, они как-то с этим водохранилищем связаны. В любом случае, за любую информацию я буду очень благодарен, потому что все эти моменты, они интересны, а спросить их не у кого. Вернулся в машину, на часах уже 1:30 практически. В машине тепло, на солнышке салон нагрелся до 15 градусов. Прогулялся еще немножечко вниз. Честно говоря, уже собаки, которые находятся возле будки охранной, наверное, уже все измаялись, излаялись. Видимо, при виде меня чувствуют какую-то опасность, угрозу и начинают просто тут выть на всю округу. Сейчас буду кушать. Кто сейчас кушает, пьет чай или точит печенюшки, желаю приятного аппетита и добрых мыслей от этого фильма и от жизни в целом. После плотного обеда или второго завтрака, уж не знаю, что уместней, начало клонить в сон. Поэтому без долгих раздумий, приоткрыв окно в автомобиле, отправляюсь в путь, оставив в зеркале заднего вида водохранилище и невзятую сегодня точку захода на запланированный маршрут. На обратном пути меня сопровождали зеленеющие макушки гор, слегка прикрытые покрывалом из чистого белого снега, да незнакомые попутчики, чаще обгонявшие тихоходный УАЗ и растворявшиеся в серой ленте асфальтового полотна. Вскоре под колесами автомобиля захрустели многочисленные льдинки, замерзшие после оттепели влаги. Спустя час мы добрались до заветной точки. Спустя часок с небольшим добрались до еще одного очень интересного местечка, в котором я уже не был несколько лет, наверное, 4 года. Здесь из приметного то, что после того, как переезжаешь Таргын, перевал,
снежная картина меняется кардинально. То есть здесь снега практически нет. С дороги я отъехал приблизительно около километра, может быть чуть меньше. И под ногами у меня трава, покрытая такими чешуйками льда. Такое ощущение, что он здесь был, его просто сдуло, а то, что не сдуло, покрылось такими линзочками, растаяло на солнышке. Сейчас я забрался на небольшую возвышенность. Впереди или позади находится небольшое водохранилище. Туда идет еще одна дорога, но, скорее всего, туда попасть не получится, потому что времени уже остается не так уж и много, а там в низинке находятся уже заснеженные участки дороги. Снег сейчас не очень хороший. Там, где его много, он представляет из себя следующую картину. Верхний слой покрыт плотной корочкой, сантиметров 25-30 в толщину, а под ним находится кристаллический снежок, который не топчется, не приминается, просто никаким образом не утаптывается. Сейчас принимаю решение прогуляться немножко вниз. Там есть небольшое заброшенное сооружение. Скорее всего, там держали скотину, может, был какой-то домик. Туда я как-то пытался попасть, но у меня этого не получилось. И заодно разведаю дорожку. Можно ли туда спуститься на автомобиле. Но перед этим обязательно попью чайку, согреюсь, потому что, несмотря на легкий минус, ветерок здесь такой пронизывающий. За кружечкой свежезаваренного чаю мысленно прокладываю маршрут. Пару часов в запасе у меня есть. Да и возвращаться домой можно будет уже в сумерках, в свете фар. Наиболее опасный участок дороги остался позади. Запрыгнув в теплые сапоги, отправляюсь на разведку. Спуск довольно крутой. Ступать нужно аккуратно, под снегом наледь, на который легко поскользнуться и получить травму. В низине, в уютном местечке между гор, расположилась пара добротных строений, на момент съемок явно заброшенных. Одно из строений, которое почему-то хочется назвать мне «амшанником», пристроено к небольшой возвышенности таким образом, что задняя его стена оказалась будто бы вкопана в землю. Второе строение выложено кирпичной кладкой, имеет несколько комнат. Крепкий фундамент со временем не выдержал, дом дал трещины во многих местах. Кровля частично провисла или же вовсе обвалилась. Сложно назвать этот домик бесхозным, скорее, временно заброшенным. Глядя на старые карты, можно предположить, что некогда здесь располагалась пасека. По крайней мере, по географическим координатам все совпадает. Да и строение, приткнутое к земле, которое назвал я амшанником, дает все основания так предполагать. На возвышенности рядом с домом раскинула свои пышные ярко-зеленые ветви небольшая сосенка. От мысли до принятого решения прошли доли секунды, и вот я уже карабкаюсь по скользкому склону вверх к намеченной цели. Окинув взглядом Байшуринский хребет, гору Медведка и одноименный перевал, оставляю позади сокрытые от посторонних глаз строения и отправляюсь к низкорослым березкам, словно стражники, охраняющим подступы к перевалу и водохранилищу. Мысль имеет очень великую силу, если чего-то очень захотеть и об этом подумать, еще немножко предпринять кое-какие действия, то все получится. Буквально час назад возле машины смотрел на эти березки, на это место и думал, как бы хорошо было сюда попасть, но никак не мог найти сюда пути подхода. Вот, а сейчас, когда спустился в ущелье, осмотрел домик, кстати, очень интересный. Судя по всему, его забросили. Фундамент и стены уже пошли каким-то пропеллером. Такое ощущение, что земля под этой конструкцией ходит. И такое небольшое подобие земляночки, очень интересное.
сделана к горке, то есть задняя стенка представляет собой единое целое с горой. Некое подобие какого-то амшанника, не знаю, сарайчика. Дальше поднялся на горку, которую освещало солнышко, и решил прогуляться до сюда. Теперь возвращаться назад уже смысла нет, нужно исследовать новые пути, новые траектории. И как раз у меня есть один такой маршрут для разведочки. С дороги кажется, что до туда можно подняться на автомобиле, вот сейчас это проверим. Здесь за моей спиной начинаются небольшие заросли кустарника, шиповника. Нужно будет искать место, чтобы его обойти. А здесь, позади меня, находится то самое водохранилище. Задача сейчас обойти шиповник, разведать ту дорожку направления, спуститься к водохранилищу и обратно вернуться уже до автомобиля. Солнце скоро будет садиться, местность здесь гористая, поэтому буквально через полчаса будет холодать. Поэтому нужно поторопиться вернуться к автомобилю. На деле обойти колючий кустарник оказалось не такой уж простой задачей. Идти вдоль него было невозможно, поскольку он выступал своеобразной снежной преградой. Снега близ кустарника было по самые уши. Идти приходилось на приличном удалении. Вскоре показался долгожданный проход между кустами. К этому времени солнце успело скрыться за макушками гор. Стало немного зябко. Но все это были мелочи в сравнении с поставленной и достигнутой целью, которая еще некоторое время назад сидела в голове в окружении сомнений и ненужных мыслей, которые теперь сменились стуком сердца в груди и великолепным, жизнерадостным настроением. Ну что, проходочку между кустами я нашел. Сделал то, что хотел, нашел тропу. Оказалось, она больше похожа на лошадиную тропу. На автомобиле сюда подняться можно, но при определенной степени моральной проходимости. Вот. Сейчас буду спускаться обратно, уже к водохранилищу. По пути, если будет что-то интересное, обязательно сниму, покажу. Солнышко уже село, освещает оно только макушки гор, но сюда уже не попадает. Заметно похолодало. Пока я поднимался вверх, проваливался в снег, немножко вспотел, и теперь эта прохлада, этот легкий ветерок, он сильно очень вымораживает, выстужает. Поэтому сейчас спущусь вниз, возможно, попью по пути чайку, доберусь до автомобиля и буду согреваться. Вам желаю всего замечательного, прекрасного. До новых встреч, мира, добра вам и замечательного, великолепного настроя на жизненном пути, независимо от обстоятельств. Если что-то кажется невозможным, то нужно просто взять и попробовать это сделать.